Сергей Рахманинов. Слова Николая Некрасова. Кантата «Весна». На сцене хор студентов дирижерского хорового отделения Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Руководитель и дирижер, профессор, заслуженный артист Российской Федерации, выпускник Маргариты Николаевны Глаголевой 1972 года Владимир Завадский. Хормейстер Фридрих Визгей. Концертмейстеры, лауреаты международных конкурсов Лариса Шерер и Ольга Дегтярева. Соло-баритона, лауреат международных конкурсов Андрей Беленко.